Офигеть, друзья, все как на скриншотах в Стиме, зацените. Ё-моё, Бонни, ты чё такой страшный? Вы чё гоните, что ли? Это какая-то крипота криповская. Это чё за FNAF Sister Location начался? Вы гоните, что ли? Это сложнее, чем шестая ночь в первом FNAF'е. То ё-моё, Фокси, ну не надо вот это делать, пожалуйста. Да пожалуйста, Фокси, отвали. Привет! Наконец-то мы дождались, и FNAF Plus уже вышел. Это, конечно, ранний билд, его слили в сеть, это не официальная игра, в плане того, что официальная игра еще будет дорабатываться, доделываться, но это ранняя его версия. Поэтому сейчас мы посмотрим, что же нас ждет в официальной игре, поиграв в эту раннюю версию, поэтому скорее же ставь лайк, это будет реально круто. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, сразу погнали играть! На самом деле, хоть это и ранняя версия, но менюшка уже выглядит офигенно. Криповая музыка, криповый Фредди, уже охота посмотреть, что же будет дальше. Поэтому надеюсь, ты лайк уже поставил, мы очень долго этого ждали, и сейчас мы посмотрим на FNAF Plus. Погнали! Так... Офигеть, друзья, все как на скриншотах в Стиме, зацените! Пасхалка! Пасхалка есть, это круто, ребят, это просто мега круть. Маска марионетки, кстати, выглядит более человечнее, да, она такая криповая, прям как Джокер какой-то. Кексик с усами, я до сих пор не понимаю, в чем прикол, он какой-то шеф-повар, что ли. Так, у нас здесь... Чика, алло! А где... А чё она пришла? Я не понял. Она ушла? А, в смысле, Чика? Я чуть не сдох. Ё-моё, вот это FNAF Plus. А чё, Чика-то меня убила? Я же дверь закрыл. В смысле, вы чё, гоните? Я вообще сейчас не понял прикол. Так, ну-ка, давайте, может, камеру посмотрим. О, вот они стоят. Подожди, можно же вот это было в трейлере? Можно управлять камерой? Блин, прикольная фишка. Прикольно. Подожди, а где Чика? Чё, её нету? Пицца? Сделать пиццу? В смысле, я готовлю пиццу? Там, походу, какой-то конвейер. Ну, тут нет камеры, это кухня. Может быть, Чика тут сидит? Так, это у нас щиток. И генератор. Здесь у нас что? Здесь у нас какой-то коридор? Ага, интересно. Ё-моё, Бонни, ты чё такой страшный? Вы чё гоните, что ли? Это какая-то крипота криповская. Он уже здесь. Это какой-то Shadow Бонни. Он стоит в тени, мне не нравится. Я буду делать пиццу на всякий случай. Блин! Мне кажется, этот FNAF официально самый страшный. Я не могу. Я можно я в это не буду играть? Так, можно я не буду в это играть? Мне страшно, блин. Ладно, хорошо, еще один шанс. Я просто не понимаю, они какие-то жесткие, эти аниматроники. Вы что творите? Вы что творите? Они кошмарят меня в первую ночь. Может быть, теперь я понимаю, почему это ранняя версия? Почему везде восклицательные знаки мигают? Мне кажется, что-то недоделано. Это, походу, супер ранняя версия, но, блин, выглядит очень-очень круто. Он ушел. Куда он ушел? Он ушел сразу сюда. Посмотри на его рожу. Вот прикинь, ты ночью под кровать заглянешь, и там вот такое будет. Это же все, это смерть. Я не знаю, ну пойду делать пиццу. Так, ну у меня электричества хватает. Мне кажется, когда Бонни... Смотри, Бонни... А, Фокси! А что? Что он делает в моем офисе? Ты... Что это было вообще? Я сейчас вообще, я в шоке, ребят, это точно FNAF Plus, я не могу, я закрыл дверь, я все сделал правильно, Бонни ко мне не пришел, все, Фредди. А, да вы что, совсем охренели, вы что, ребят, за 3 минуты, 3 скримера подряд, это что за говно? Это что, там я понимаю, что это FNAF Plus, это FNAF Plus XXL, блин, это невозможно пройти, вы что, гоните? Разработчик, пожалуйста... Попроще игру-то сделай, ты чё? Это первая ночь. Фонгая, кстати, еще нету. Фонгая пока еще не добавили. Но это ранняя версия. Напоминаю, ранняя версия. FNAF Plus. Это уже невозможно пройти. Типа, мы вообще первую ночь пройдем. Откуда Фредди взялся? Они оба ушли. Вы что, охренели? Вы охренели? Ладно, Бонни тут стоит своей рожей криповой. Это я уже тебя понял. Я уже тебя запомнил. Ты заметил. Почему в туалете камеры нет? Почему нет срущего Федора? Да что за фигня происходит? И где бухта Фокси, где будка Фокси? Это вообще вход. Так, тихо, я закрываю дверь. Сейчас Бонни придет. Да Чика, иди делай пиццу, дура! Она пошла делать, она реально пошла делать пиццу. Фредди, тихо. Едеть, Фокси! Что это было? Что это было? Что происходит? Чего? Го вперед. А можно не на... А можно я не пойду? Это что за FNAF Sister Location начался? Вы гоните, что ли?
Это что за VHS-кассета? Я боюсь идти, я сейчас... Это сейчас будет как с лолбитом, или кто он там, Фантайм Фокси? Капец, я иду вперед. Ладно, на свой страх и риск, ребят. Ставьте лайки за меня. Надеюсь, я выживу. Я же дойду до двери, до какой-то, наверное, и выживу. Я не вижу дверь впереди. Мне страшно. Тут можно, кстати, осматриваться, только зачем? Вообще тишина. Да блин, да что? Игру я не понимаю, что с тобой не так? Четвертый скример за... У меня что, каждую минуту скримеры будут или что? FNAF Plus, одумайся, вызовите экзорциста кто-нибудь в этот FNAF, потому что это невозможно играть. Можно потыкать на нос Фредди, хоть чуть-чуть успокоиться, я не могу, это такая лютая трешатина, это просто, это невозможно, это нереально, это кринж, это знаешь, это сложнее, чем шестая ночь в первом ФНАФе. Но это, блин, первая ночь, это даже не шестая, вы чё творите, разработчик, кто это сделал, зачем? Зачем так сложно, мы не пройдем никогда. Надо сюда поставить Гэндальфа, который будет орать нам, что я не пройду. Так, Бонни ушел, Бонни здесь, я закрываю дверь. Так, сейчас Фредди ждем, Фредди ждем. А чё Фок... а чё с Фокси делать, кстати, да? Я до Каниба в прошлый раз ушел, а сейчас у меня за кошмар. Фредди где? Фредди нет. А Бонни ушел, а вот Фредди, он весь в крови, вы чё гоните, что ли? Почему у Фредди вся рожа в крови, он кого-то убил? Кого ты съел, Фредди, ты дурак? Иди умойся, сходи. Так, он ушел, спокойно. Делаем пиццу. А где Бонни? Да блин, он уже... Да ты сраный Фокси трясется, стоит спокойно. Он ушел? Он ушел, так. Я вроде... Да хорош, да вы... Да блин! Это уже не смешно, ребят. Это прям вот вообще ни разу не смешно. Почему уровень кошмара в этой игре зашкаливает? Сейчас меня Фредди убьет, да? Да Фокси, иди погуляй! Меня Фокси кошмарит жестко, вы что, издеваетесь надо мной? Да, вы издеваетесь. Это что? Это фраг, чтобы поиздеваться на FNAF-плеем. Я понял, зачем он создан. Где Федор? Где Фред? Я не понимаю, где Фред. Фред. О, вот, здравствуйте. До свидания. Сейчас меня Бонни убьет. Да Бонни, ты. Да вы чё всей толпой-то нахлынули? Вы совсем-то макститесь уже! Я говорю, сюда надо святого отца вызвать, чтобы он всех святой водой окропил. Это что-то вообще ненормальное. Фокси, ты задолбал меня реально приходить ко мне. У меня тут что, медом намазано? У меня тут нету крюков, у меня не магазин крюков. Алло, иди сходи куда-нибудь. Желательно нахрен. Ё-моё, это самый лютый FNAF, который я когда-либо видел, ребят. Я вот сложнее FNAF не встречал в своей жизни. Это уже какой-то, это... Чтобы вы понимали, мы уже видели все скримеры с вами. Все скримеры мы увидели за первые 3 минуты игры. За первые 3 минуты игры мы посмотрели все скримеры, которые здесь есть. Еще бы Golden Freddy увидеть вообще для полного комплекта. А он тут наверняка имеется, да? Так, ушел тут дурачок. Можно открывать дверь. А пришел другой дурачок, прекрасно. Один ушел, другой пришел. Так, пиццу, делаем пиццу, не забываем про пиццу. Делаем пиццу, чтобы Чика там к нам не ходила в офис. Так, 2 часа ночи. Я пока держусь. Я вообще не уверен в том, что мы выживем когда-нибудь в этой игре. Это невозможно. Это официально. Это... Может, а если я буду делать одну и ту же пиццу, меня не убьет Чик и скажет, что одну и ту же пиццу мне делаешь? Я хочу пепперони с сыром. А ты мне сделал какую-то шляпу. Ну, ладно, я буду делать пиццу постоянно. Мне как бы не жалко Чика, поэтому жри. Она походу там реально, мы делаем пиццу, она ее жрет. Она вообще ненасытная. Поэтому она такая жирная, я все понимаю. Чика, иди похуди в спортзал, сходи в конце-то концов, ты жирная, капец, ты уже в дверной проем не пролезешь ко мне, даже если ты хочешь меня убить, ты не пролезешь туда. Фред, вы чё, офигели, что ли, вы когда-нибудь перестанете ко мне, иди поспите, в конце концов, первая ночь у вас, да должен быть отдых какой-никакой. Фредди ушел, сейчас Бонни пришел, замечательно. Фокси, ты задрал! Да сейчас Чика придет, я тебе отвечу, Чика сейчас придет, на канал. 3 часа ночи, я сделал пиццу. Все, Бонни ушел. Так, это лютый трэш. Почему нельзя двери на закрывать на кнопки? Можно было бы двери, я бы выжил уже 10 раз. Но двери на кнопки не закрываются. Двери закрываются, надо обязательно планшет отключать. У меня 45%. Где шансы? Какой? 0 шансов, что я выживу. 0. Шансов, что я выживу, ровно 0. Я постоянно смотрю в планшет, а потому что по-другому никак. По-другому я не выживу просто. Я вы что, дураки, что ли? Ну, Бонни сейчас придет, да? 41%. 41%! У меня 0 шансов, ребят. У меня шанс. Офигеть, они всей толпой опять приперлись. Вы чего?
Идите жрать пиццу вместе с Чикой, что вам надо от меня? Ну ё-моё, Фокси, ну не надо вот это делать, пожалуйста. Да пожалуйста, Фокси, отвали. И тут дверь надо открыть, как бы, а ты мешаешь. Так, если Бонни уже здесь, я все, я в афиге. Никого пока нет. Так, 37%, 4 утра. Какие шансы на наше выживание? Мне кажется, шанс на наше выживание 0%, если только ты не поставишь 1 000 000 тысяч лайков. Срочно ставьте лайки, ставьте лайки все. Все, даже если ты, у тебя есть кот, пусть он тоже поставит лайк. У него по-любому есть микротелефон, он с него зайдет поставить лайк. Давай, быстрее, всех зови. Хомяка, кота, воробья, всех, муравьев зови. У каждого по смартфону по-любому есть. Пусть они поставят лайк срочно, а то мы сейчас сдохнем всей толпой здесь, ё-моё. Капец, сам... Да Фокси! Мне дверь открыть надо, ты не понимаешь? У меня электричество не резиновое. Капец, бля, что творится вообще? Что творится в этом ФНАФе? Это не ФНАФ плюс, это ФНАФ плюс, 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 XXL, блин. И гиперхард вообще. Сука, 24%. Ладно, подожди, 5 утра. Шансы есть. Походу, вы там лайки ставите. От души прям спасибо всем, кто ставит лайки. Тот, кто ставит лайки, это вообще красава проблютая. Потому что, ну, невозможно. Невозможно это пройти без вашей поддержки, ребят. Ваши лайки меня поддерживают настолько на 1 000 000%, наверное. Потому что иначе я бы уже сдох давным-давно. Вот как первые разы, когда мы играли, там вообще просто скример за скримером был. Вот вы начали лайки ставить, и вот я начинаю выживать. Ставьте пиццу, делайте, закрываем быстрее дверь. 20. Сколько? 19%. Я должен выжить. Ребята, Фокси пришел спокойно. Делаем пиццу. Мы сидим, делаем пиццу. Подумаешь, Фокси пришел. Какого фига? У нас пицца в разгаре в самом. 15%, 15%, это невозможно. Можно мне 6 утра уже, пожалуйста? Я уже не хочу. 6 утра мы выжили, да ну нафиг. Это такая лютая дичь, ребят. Я не видел в жизни сложнее ФНАФа. Я, наверное, я понимаю, что это еще типа ранняя версия, и возможно разрабы просто сходят с ума и типа прикалываются, но это было гипер хардово, ребят. Это просто. Но в любом случае мы прошли. Мы прошли эту демку и, блин, ребят, я очень хочу дождаться полноценной версии. Скорее бы разработчик ее уже доделал, потому что демка мне понравилась. Она реально офигительная, она крутая, она страшная. А самое главное, что в ней графика, ну, я бы не сказал, что прям супер крутая, но намного лучше, чем первая часть. Я думаю, ты со мной согласишься. И в общем, если тебе понравился FNAF Plus, то обязательно ставь лайки для того, чтобы игра как можно скорее вышла, полная версия. Мы посмотрим, там разные интерфейсы, уже больше будет камер, уже больше будет всяких новых фишек. Поэтому ждем полноценную версию от разработчика и, конечно же, не забываем ставить лайки. И, конечно же, забыл сказать тебе самое главное. Обязательно напиши в комментариях, какой из скримеров тебе больше всего понравился. Мы их тут все увидели. Фокси, Бонни, Чику и Фредди. Но, к сожалению, Голден Фредди пока что мы не увидели. Возможно, он здесь и есть, но мы просто на него не вышли. Я не знаю, как его можно вызвать. В общем-то, увидим, я думаю, уже в полноценной версии. Но жду от тебя, в общем, комментариев. Мне лично понравился скример Фокси. Он был реально необычным. Надо было идти по какому-то коридору, и потом вот этот скример. Это, конечно, очень жутко. Ну, а сейчас, друзья, обязательно ставим лайк, кто еще не поставил. Всем удачи. Это был FNAF Plus. И всем пока.